Чем отличается авиатор МЧС России, это многозадачность. Любой экипаж, он за короткий срок может подготовиться на разную задачу. То есть на чрезвычайную ситуацию в любом регионе, на перегон вертолета через всю страну, на санитарную эвакуацию. Главная задача – это в сложных ситуациях сохранять спокойствие, вся ответственность на тебе. То есть хладнокровно каждую задачу до конца полета, пока не сел на землю, выполнять, то есть с холодной головой, с холодным расчетом, а уже после полета анализировать. Каждый вылет – это ограниченная видимость, и ты уже как бы потом уже как норму это воспринимаешь, летишь в дымах постоянно. Даже при видимости в естественном горизонте, когда нету дыма, сложно и быстро устаешь. А когда его еще и не видно, то есть, соответственно, устаешь в два раза быстрее.